старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории био-нанотехнологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, стипендиант президента Российской Федерации Светлана Конова, разрабатывает наноматериалы с противовоспалительной и антибактериальной активностью. Вся работа идет по плану. При написании проекта была продумана дальнейшая реализация работ по проекту. На данный момент сейчас необходимо решить вопрос по максимальной загрузке лекарств. Мази и кремы с наноконтейнерами глуазита в их составе будут оказывать не только противовоспалительный, но и антибактериальный эффект. Это обусловлено тем, что нанотрубки планируется модифицировать частицами серебра. Поэтому проводится работа по повышению эффективности загрузки выбранных препаратов – это выбор растворителя, время и другие параметры. Исследование Светланы Коновой направлено на разработку методологии формирования контейнеров на основе нанотрубок глуазита, биополимеров и металлических наночастиц для противовоспалительных и анальгезирующих лекарственных препаратов. Условия, которые предоставляет КФУ, меня полностью устраивают. У нас имеется все оборудование, которое необходимо для качественного выполнения проекта. Отметим, что все разработки проходят на базе научно-исследовательской лаборатории и при поддержке руководства Казанского федерального университета. Амир Ахтямов, Универньюз.